Вы смотрите итоговую программу недели. Меня зовут Айслу Хафизова. Здравствуйте. Прямо сейчас я и мои коллеги расскажем о самых значимых событиях уходящей недели. Вначале коротко о главном. Хозяйство у нас действительно огромное. Это 600 гектаров земли. Дачный сезон не за горами. Садоводы кооператива «Нефтехимик» обсудили насущные вопросы. Мы перестали ходить в гости, мы перестали доверять друг другу. В планах воссоединить соседей и создать дружелюбную атмосферу. Общественный совет обсудил детали работы в 2020 году по программе «Наш двор». В Нижнекамске стартовал республиканский турнир по смешанным боевым единоборствам ММА. Нижнекамцы пожаловались на плохой запах в 37-м микрорайоне. Поздним вечером 26 февраля жительница дома номер 43 по улице Корабельной опубликовала запись в народном контроле. По словам женщины, в квартиру сквозь закрытые окна проникал непонятный запах. Однако в комментариях нашлись и те, кто опроверг информацию о неприятном запахе. Несмотря на это, автомобиль экологического поста Нижнекамск-Нефтехима на вызов отреагировал. Специалисты выехали на место и отобрали пробы атмосферного воздуха. Сейчас у нас производится отбор атмосферного воздуха на такие показатели, как предельные углеводороды, ароматические углеводороды, изопрен, дивинил, окись, двуокись азота и другие. Результаты будут в скором времени готовы. Согласно результатам анализов, никаких превышений не было. Показатель атмосферного воздуха в норме. На этом экопост не останавливается. Он также в круглосуточном режиме продолжает работать по всему городу и в ближайших населенных пунктах. Мы продолжаем следить за развитием ситуации вокруг агентства недвижимости «Триумф НК». Сегодня в суде Нижнекамска находится более 1000 дел против жилищной организации. Это как рассмотренные иски, так и находящиеся в производстве, сообщает пресс-служба суда. Вкладчики не могут получить с кооператива деньги с середины прошлого года. Компания длительное время утверждала, что все иски, связанные с долгами, действия конкурентов. При этом руководители обещали, что выплатят все долги. Стоит только набраться терпения. В конце января на пресс-конференции представитель компании «Триумф НК» заверил, что выплаты идут, но якобы сами нижнекамцы сбивают работу с толку своими обращениями в суд и в полицию. А когда люди пошли в суды, суды с нами не согласуют. Покажите нам ваш график, давайте мы туда ставим вот Иванова Ивана Ивановича, допустим. Из-за этого нам эти графики просто ломаются, и мы начинаем выплачивать уже по судебным решениям по этим. Если бы, да, действительно, весь карт-бланш был у нас, то мы просто уже... Многим мы объясняем то, что, в принципе, выплаты идут, давайте вот, ну, в этом месяце будет столько, в этом месяце будет столько-то. Деньги не возвращались, в связи с чем и начались массовые обращения в суд. По результатам рассмотрения исков требования клиентов кооператива удовлетворены. На «Триумф НК» возложена обязанность вернуть вкладчикам деньги, сообщает пресс-служба городского суда. Тем временем количество возмущенных людей не убавляется. Обманутые нижнекамцы продолжают обивать пороги агентства недвижимости. При этом люди уже начали обращаться и в арбитражный суд Татарстана. К другой теме. 2020 год в Нижнекамске назван годом добрососедства. Именно поэтому главная цель общества совета – воссоединить соседей по дому и наладить их отношения. Воссоздать добрую атмосферу вокруг жителей города. Планы по работе в этом направлении обсудили накануне в администрации города. О том, какими способами общественники хотят этого добиться, расскажем далее. Общественный совет прошел в присутствии председателей СТОС, кому как не им знать, что происходит в микрорайонах города. Это глаза и уши общественников, в чьих целях сделать жизнь нижнекамцев лучше. 2020 год объявлен годом добрососедства. На совещании не обошлось без воспоминаний о прошлом, когда каждый житель дома был кем-то больше, чем просто друг и товарищ. Соседство, в том понимании, которое оно было и при советской власти, в давние времена, оно потеряно. Мы перестали ходить друг к другу в гости, мы перестали доверять друг другу. Есть этому объяснение. Основное объяснение – это, конечно же, то, что развивается ряд цифровых технологий, социальных сетей. В планах у совета ТОС направить все силы для того, чтобы интернет-ресурсы работали на сплочение соседей. Уже сейчас многие многоквартирные дома имеют свою группу в соцсетях или мессенджерах, где активно беседуют. Однако такого общения пока недостаточно.
Все масштабнее дома, все меньше времени мы проводим дома и во дворе, все реже знаем, кто живет рядом в подъезде. Согласно результатам опроса, почти половина жителей города не знает своих соседей. Участники совещания пришли к мнению, что надо больше проводить праздничных мероприятий для жильцов многоквартирных домов, составлять специальные планы и как можно лучше информировать население о предстоящих событиях. Прозвучали и необычные предложения. И будем предлагать о том, чтобы где есть доска объявлений, мы написали правила поведения соседей в лифте, да, примерные диалоги, да, о том, что можно спросить. Самая любимая тема, конечно, это дети. А самые дружелюбные соседи сегодня, да, это наши дети. В развитии добрососедства большую роль играет программа «Наш двор». Это отметили сразу несколько участников встречи. Жильцы домов собираются вместе, чтобы обсудить благоустройство территории. Знакомиться, общаются. Развивать добрососедство в Нижнекамске планируют не только в этом году. Вновь созданные традиции должны передаваться от поколения к поколению. Кирилл Темников, Гузель Вазиева, Марина Чернышкова, Н-Медиа. Совсем скоро откроется дачный сезон, и многие нижнекамцы уже начали к нему готовиться. Насущные вопросы накануне обсудили представители садоводческого потребительского кооператива «Нефтехимик». Среди актуальных тем – ремонт дорог, водопроводов и вывоз мусора. На традиционной конференции садоводы смогли задать волнующие вопросы и получить на них полноценные ответы. На встрече побывала наш корреспондент Гузель Вазиева. Хозяйство у нас действительно огромное. Это 600 гектар земли. Нижнекамскнефтехим, как одно из крупнейших предприятий города, имеет самое большое в районе садоводческое объединение. В целом кооператив «Нефтехимик» обслуживает порядка 7 тысяч участков. Что касается общего имущества, каждый год в массивах выполняется множество работ. Не стал исключением и 2019-й. На ряде объектов провели капитальные ремонты и не только. В конце сезона провели опрессовку всех магистральных водопроводов на 19 массивах. Выполнили 590 заявок садоводов. В сентябре завершили работу по монтажу насосной станции массива «Барок». Большое внимание в минувшем году уделили внутриуличным дорогам. В планах 2020-м отремонтировать въезд и выезд в массив «Красный Бор». Председатель правления кооператива призвал садоводов своевременно платить взносы. Кстати, в этом году сумма вырастет максимум на 150 рублей. Свои пожелания и предложения смогли выразить и присутствующие. У меня огород возле понтонного моста и берег озер засоряем мусором. Сами же туда ходим, купаемся. Сами же и садоводы засоряем. Давайте друг друга будем уважать и сохранять экологию. Свои вопросы представители кооператива смогли задать письменно. На все получили подробный ответ. Возможно ли для организации мест массового купания садоводов завести 2-3 КАМАЗа песка? На третьем массиве мы такой вопрос решали. На первом массиве, то есть пишите заявку после того, как мы основные работы с покупкой гравия проведем, мы этим вопросом занимаемся. Вам надо написать заявление. Активно взаимодействуют с садоводами и профсоюзный комитет «Нижнекамскнефтехима». Здесь 99% садоводов – это члены профсоюза. А где члены профсоюза, где их интересы, где их вопросы возникают, правком первостепенные отношения имеют. Где наши члены профсоюза «Нефтехимики», мы там, мы с ними. Где есть возможности, мы помогаем, поддерживаем. Гузель Вазиева, Лесан Саитова, Н-Медиа. Вы смотрите итоговую программу «Неделя». Телефон нашей горячей линии 377-300. Для тех же, кто присоединился к нам только что, я напоминаю, что все свежие новости Нижнекамска и не только вы можете найти на сайте media.nkh.ru, а также в группе ВКонтакте. Я же передаю слово Евгении Смоленковой, она расскажет о последних событиях в промышленном секторе. Здравствуйте! Прямо сейчас значимые новости производства. Я хотел бы поблагодарить вас в первую очередь и в вашем лице, ваши коллективы за тот самоотверженный труд, который мы делали каждый день. В Нижнекамске состоялось внеплановое заседание Совета директоров «Нижнекамскнефтехима». Произошла смена руководства. Без отбора анализов и подтверждений результатов ни огневые, ни газопасные работы не открываются. В полной боевой готовности. Как несут свою службу работники газоспасательных отрядов «Нижнекамскнефтехима». Начнем с главной новости. В Нижнекамске под руководством председателя Совета директоров «Нижнекамскнефтехима», генерального директора акционерного общества «ТАИФ» Руслана Шагабуддинова прошло внеплановое заседание Совета директоров «Нижнекамскнефтехима».
В заседании принял участие заместитель премьер-министра Татарстана, министр промышленности и торговли республики Альберт Каримов. Первым вопросом рассмотрели кадровые назначения. Было принято решение удовлетворить просьбу Азата Шавкатовича об уходе с поста генерального директора в связи с переходом на новую работу. Новым генеральным директором акционерного общества «Нижнекамск Нефтехим» был избран Айрат Сафин. До этого он руководил заводом этилена «Казань-Оргсинтеза». Азат Бекмурзин начал свою трудовую деятельность в «Нижнекамск Нефтехиме» в 1990 году. Прошел трудовой путь от аппаратчика до генерального директора, посвятив предприятию почти 30 лет. С 2014 года, в период руководства Азата Шавкатовича, компания реализована важные проекты производственно-экономической деятельности, освоение новых видов продукции, модернизация и реконструкция производств, программа энергосбережения и социального направления, экологическая программа, социальная политика, совместные проекты с городом. Была проделана очень огромная, серьезная работа. Нижнекамск Нефтехимом достигнуты очень впечатляющие показатели. И тот колоссальный, грандиозный управленческий, организационный и технический опыт, который сегодня имеется у Азата Шавкатовича, он в республике должен быть сохранен, приумножен и получить дальнейшее развитие. За многолетний кропотливый труд и достигнутые трудовые успехи Азата Бекмурзина наградили медалью ордена за заслуги перед республикой. Данный указ подписал президент Татарстана Рустам Миниханов. Награду глава республики вручит Азату Шавкатовичу лично на завтрашнем заседании Совета директоров. Об этом сообщил министр промышленности и торговли Альберт Каримов. Он добавил от себя теплые пожелания. Безусловно, за теми достижениями, которые есть у Нижнекамского Техима, стоит огромный труд всего коллектива, который последние почти 6 лет вы возглавляли с 2014 года. Азат Бекмурзин в ответной речи поблагодарил всех за совместную работу и пожелал Нижнекамск Нефтехиму и его новому генеральному директору выполнить все стоящие масштабные задачи. Впереди большие проекты. Это этилен, это ПГУ, это все производные. Соответственно, я хотел бы пожелать своему коллективу уже в новом, скажем так, периоде его развития, предприятия нашего, чтобы все получилось, чтобы коллектив слаженно работал над поставленными задачами. Ну и, конечно же, генеральному директору, вновь назначенному, побольше уверенности, побольше сил, терпения, чтобы как можно скорее он освоился на таком предприятии, как Нижнекамск Нефтехим. Айрат Фуатович Сафин вступает в полномочия генерального директора Нижнекамск Нефтехима с 28 февраля. Он коренной нижнекамец. Именно поэтому этот город ему близок. Через 15 лет он снова возвращается в Нижнекамск. Айрат Сафин с 1997 по 2001 годы работал аппаратчиком, а затем начальником отделения на заводе синтетических каучуков Нижнекамск Нефтехима. С 2001 по 2005 годы он занимал различные производственные должности на заводе по производству полистиролов и переработке газового конденсата. В 2005 году перешел на «Казань-Оргсинтез» начальником цеха на строящийся завод поликарбонатов, на котором продолжил работу до 2013 года. В этом же году стал сначала главным технологом, а затем и директором завода этилена на «Казань-Оргсинтезе». Задачи, поставленные руководством и акционерами группы компании «ТАИФ», президентом Республики Татарстан Рустамом Нургалиевичем Минихановым, поставлено именно продолжать позитивное развитие предприятия за счет реализации инвестиционных проектов, которые рассчитаны до 2030 года. Целью является это улучшение экономических показателей предприятия и увеличение выплаты налогов в республиканский и федеральный бюджет. Это усиление в области экологии и промбезопасности и продолжение работы по социальной сфере. Члены Совета директоров пожелали новому генеральному успешной и плодотворной работы. После внепланового заседания члены Совета директоров собрались в директорском корпусе. Азат Шавкатович поблагодарил коллег за совместную работу, а новый руководитель компании поделился планами на ближайшее будущее. Я хотел бы поблагодарить вас в первую очередь и в вашем лице, ваши коллективы за тот самоотверженный труд, который мы делали каждый день. И хотел бы довести до каждого работника, что я горжусь тем, что мы вместе делали новую историю комбината. Прошу внимательно отнестись с пониманием к
как можно быстрее объяснить и рассказать текущее состояние. По каждому заводу буду отдельно общаться, с исполнительной дирекцией отдельно буду общаться, для того, чтобы сократить время вот этого перехода и начинать уже вот эту большую работу, которая поставлена перед нами, большая инвестиционная кампания до 2030 года, работа, связанная с экологией, с промбезопасностью, чтобы мы вышли на новый уровень. На крупных предприятиях, эксплуатирующих опасные производственные объекты, есть своя аварийно-спасательная служба. В ее задачи входит спасение людей и оказание первой помощи пострадавшим, локализация и ликвидация аварий, профилактика и контроль газовой безопасности объектов предприятия. В Нижнекамске нефтехиме функционируют 3 газоспасательных отряда. С работой сотрудников одного из них накануне познакомилась наша съемочная группа. Газоспасательный отряд номер 1 первой промышленной зоны функционирует уже более 50 лет. Именно здесь было положено начало работы всей аварийной службы Нижнекамск-Нефтехима. Отряд состоит из оперативной группы, дежурных отделений газоспасателей, группы профилактики и газоаналитической лаборатории, задача которой – вести своевременный и достоверный контроль воздуха рабочей зоны в производственных помещениях и на рабочих местах наружных установок, обслуживаемых производственных объектов, а также контроль воздушной среды при проведении особо опасных видов работ. На сегодняшний день лаборатория задействована на капитальном ремонте одного из цехов завода ИММ. В нашей лаборатории капремонт периодически повторяется. Каждый месяц новый завод встает на капремонт. Вследствие этого анализы у нас увеличиваются в 2-3 раза. Самая главная задача – это выполнение анализов качественно и своевременно. В среднем в день у нас производится более 300 анализов, включая и газохроматографический метод, и аналитический. В 2005 году лаборатория впервые аккредитовалась, и вот уже в течение 15 лет успешно подтверждает свою компетенцию. В штате лаборатории 19 лаборантов по анализу газов и пыли. В январе 2020 года там полностью поменяли лабораторную мебель. У нас здесь лаборатория газоаналитическая, здесь вот именно группа хроматографическая, соседний кабинет аналитика и плюс еще есть газоанализаторная. Во время проведения капитальных ремонтов подается, во-первых, от цеха заявка, что какие аппараты у них будут в ремонте, с какого по какой период и на какие продукты нужно будет отобрать. Инженеры-химики регистрируют эти заявки и уже передают девочкам-лаборантам, которые на основании данных уже производит отбор анализа воздушной среды уже непосредственно на месте. Помимо анализов воздушной среды, при проведении особо опасных видов работ газоаналитическая лаборатория ведет контроль воздуха рабочей зоны на санитарные нормы. Целью проведения систематического контроля содержания вредных веществ в воздушной среде является предупреждение возможности превышения предельно допустимых концентраций. Такой контроль позволяет своевременно проводить профилактику неблагоприятного воздействия на здоровье работающих. В лаборатории также проводятся замеры физических факторов, необходимые для обеспечения безопасных условий труда на рабочих местах сотрудников Нижнекамск-Нефтехима. Без отбора анализов и подтверждений результатов ни огневые, ни газоопасные работы не открываются. Газоопасные работы открывают наши инструктора, они проверяют всю полноту выполнения мероприятия. После этого только допускаются работники других организаций для проведения ремонтных работ. Огневые работы также лаборанты отбирают анализ и наряды все вписываются, после этого только, там уже инспектор пожарной части проверяет, подтверждает и допускает к работам. Анализы проводят в лабораториях хроматографии и аналитики в зависимости от того, каким методом определяется тот или иной показатель. Например, для определения концентрации вредных веществ физико-химическими методами применяются хроматографы и спектрофотометры. Для проведения замеров освещенности применяется прибор люксометр и эркомер. Для замеров вибрации – анализатор шума и вибрации, а для замеров микроклимата – измеритель параметров микроклимата. Результаты анализов выдают в подразделения в короткие сроки. Все благодаря современным лабораторным приборам. Безусловно, работу этих подразделений Нижнекамск и Нефтехима переоценить невозможно, ведь именно они стоят на страже безопасности предприятия и в любой момент готовы прийти на помощь. Гузель Вазиева, Айсул Хафизова, Марина Чернышкова, Эн-Медиа.
И как мы раньше без него жили? Так говорят заводчане о новом приложении «Мой нефтехим». Его запустили в свободный доступ, и теперь работники предприятия могут начать им пользоваться. Чем оказалось так полезно приложение для заводчан и кто его разработал, расскажет наш корреспондент Анна Иващенко. Получается, получил я свой логин, пароль, зарегистрировался. И я думаю, очень удобное приложение. Заказать справки, увидеть свои количество отгулов, свою переработку, либо увидеть расчетный лист, подать заявки. Ну, насколько для ИТР командировку оформить. В данный момент в этом приложении я заказал, так скажем, НФЛ. Удобно очень, так как звонить не надо, никуда не надо. В приложении «Мой нефтехим» любой желающий может изучить расписание вахтовых автобусов и прочитать сводку новостей. Для тех, кто находится в поиске работы и хочет стать частью предприятия, будет полезен раздел «Вакансии». А заводчане могут без проблем заказать необходимую справку, изучить расчетные листы по зарплате и посмотреть количество отгульных часов. Еще один бонус – это телефонный справочник. Да, теперь у вас есть возможность найти номер телефона той симпатичной коллеги, к которой вы не решались подойти. Для того, чтобы получить доступ в личный кабинет, обратитесь в Бюро труда и занятости своего завода. Там вам дадут логин и пароль. На данный момент в моем нефтехиме уже авторизовалось почти 10 тысяч пользователей. И это только начало. В планах добавить онлайн-карту с маршрутами вахтовых автобусов. Благодаря ей заводчане смогут отслеживать движение транспорта, заранее узнавать о пробках и приезжать на работу без опозданий. Года 4 назад наш директор будущий IT-департамента, когда говорил о том, что когда-нибудь у нас будет мобильное приложение и некоторые вещи станут проще, это казалось мечтой несбыточной. Но теперь у нас мобильное приложение есть, оно есть у каждого нефтехимика, и оно в первую очередь ориентировано на человека, на сотрудника, на получение им информации. Над приложением работает отдел внедрения инноваций и роботизации, который был создан в прошлом году. Почти все сотрудники – талантливые и перспективные выпускники НХТИ. Работать в нашем отделе интересно, увлекательно, потому что у нас очень много интересных задач. График у специалистов очень плотный, расслабляться и болеть вообще некогда. Отдел занимается созданием роботизированных программ. Основная задача – переложить часть рутинных процессов на роботов и освободить время для интеллектуальной и творческой работы, где человеческий мозг пока незаменим. Еще один проект отдела – это создание чат-бота. Это как Алиса у Яндекса или Siri в айфоне. А это значит, что скоро и у нефтехимиков будет свой виртуальный подсказчик. Планируется сделать так, чтобы он был более человечным и, соответственно, отвечал на какие-то смешные вопросы, сам шутил как-то и поддерживал диалог. Чат-бот еще находится на стадии разработки. Скоро ему выберут имя и добавят в приложение. И тогда любой желающий сможет поговорить с ним и получить ответы на все вопросы. Приложение «Мой нефтехим» уже доступно для скачивания в Google Play и App Store. Анна Иващенко, Марина Чернышкова, N-Media. На этом у меня все. Я передаю слово своей коллеге Айсылу Хафизовой. Еще одна новость. Сегодня в Нижнекамске стартовал масштабный молодежный форум. Организатором трехдневного мероприятия под названием «Будущее за нами» выступил Нижнекамск-Нефтехим. Состоится форум на базе детского оздоровительного лагеря «Юность». В нем примут участие студенты учебных заведений Татарстана, России и работающие молодежь предприятия. Всего более 200 участников, среди которых приглашенные эксперты и известные блогеры. В рамках молодежного форума пройдут образовательные мастер-классы, дискуссии и развлекательные интеллектуальные игры, а также экскурсия по территории предприятия и встречи с руководством и специалистами Нижнекамск-Нефтехима. Участники форума побывали на производствах каучуков и пластиков, а также на биологических очистных сооружениях. На заводе СКА ребятам показали и даже дали потрогать каучук. Также рассказали, как он производится и упаковывается. Здесь их впечатлила работа робота-укладчика. На самом деле это невероятно, что такой форум вообще организован, потому что мы занимаемся в основном у себя в университете и не видим, как происходит все на самом деле. То есть не видим производства. Так как мы занимаемся формулами, расчетами, теоретическими данными, а здесь есть возможность посмотреть жизнь изнутри, так скажем. Вот, и это очень здорово. Пока мне все очень нравится, надеюсь, что сейчас мы пройдем дальше и узнаем еще более интересные лаборатории. Основная цель – расширение взаимодействия компании с учебными заведениями Татарстана и Российской Федерации для привлечения персонала. Подробный сюжет о мероприятии мы покажем в понедельник в программе «События». А следить за работой форума вы можете на нашем официальном аккаунте Instagram и в группе ВКонтакте.
Еще одно мероприятие на этот раз республиканского масштаба стартовало сегодня в Нижнекамске. Чемпионат и первенство Татарстана по смешанным боевым единоборствам ММА пройдет в спортивном зале «Факел». В течение 2 дней спортсмены в возрасте от 16 лет и старше будут бороться за звание лучшего. На открытии турнира побывал Кирилл Темников. В спортивном зале сегодня собралось более 50 бойцов. Поединки по ММА республиканского уровня в городе проходят впервые. Здесь все как полагается: октагон, секунданты и судьи в черных перчатках. Большое, как сказать, большое уважение к моим коллегам с Нижнекамска. Спасибо им большое, что постоянно проводят соревнования, что приняли чемпионат Татарстана. Большое от меня спасибо организаторам. А так развивается, потихоньку стараемся идти к успеху, то есть вкладывать все свои силы, тратить время на это, чтобы наши бойцы показывали хороший результат. Поединки были зрелищными, опытные бойцы первые секунды анализировали своего визави, его поведение и привычки, чтобы выбрать наилучшую тактику боя. Один из представителей Нижнекамского клуба ММА Максим Кириллов. В копилке бойца уже множество наград высокого уровня. В республиканских соревнованиях он участвует не впервые, но, по словам Максима, отрадно, что в этом году спортсменов со всего Татарстана принимает родной спортзал. Нижнекамский первый раз такой турнир такого уровня. В прошлый раз мы только города организовывали, первый раз Нижнекамск, а сейчас в республике. Хотя у нас не особо так давно уже ММА, к сожалению, такое. У каждого людей разные подготовки. Кто-то много гоняет, кто-то мало гоняет. Ну и время подготовки тоже у каждого разное. Мы за месяц готовились день на тренировку с присмотром нашего тренера. Схватки проходят в 2 круга, 3 раунда по 3 минуты. Благодаря такой системе проведения поединков судьям не приходится отвлекаться на бумажную работу. Бои проходят среди участников 16-17 лет, а также от 18 и старше среди любителей и профессионалов. По итогам соревнований лучшие бойцы отправятся защищать честь республики. Кирилл Темников, Лейсан Саитова, М-Медиа. Впереди выходные, и они обещают быть весьма насыщенными. Жители Нижнекамска приглашают на масленичные гуляния. Начнутся они уже в субботу. 29 февраля праздник развернется на площади перед Домом культуры «Мирас» на Красном Ключе. В программе игры и забавы, хороводы, песни и многое другое. Начало в 11 часов. Продолжит праздновать Масленицу в воскресенье на площади возле Дома народного творчества. Гостей праздника ждет театрализованное представление, концертная программа, сожжение чучела, торговые палатки и хороводы. Начало мероприятия – 10 часов. На этом у меня все. Наши материалы и просто горячие новости вы можете найти на сайте www.medianknh.ru и в группе ВКонтакте. Если же вы нуждаетесь в помощи для решения проблемных ситуаций или у вас есть интересная информация, которой бы вы хотели поделиться, звоните в нашу службу новостей по номеру 377-30. Программа вела Ислуха Физова. До встречи в эфире. Всего вам доброго. Мы говорим о том, что важно. Мы отбираем для вас актуальную информацию в разрезе нефтехимического сектора. У нас достоверные факты о городе. Программа «События» в понедельник и в среду в 19:00. В пятницу итоговый выпуск «Неделя». Смотрите нас на телеканале «Нефтехим». Мы там, где новости. Мы с вами. Устал искать нужную информацию? Хочешь быть в курсе острых и волнующих новостей города и региона? Заходи на сайт «Нефтехим Медиа». Подпишись на обновления и будь в центре актуальной информации дома, на работе или на отдыхе. Сайт «Нефтехим Медиа». Новости в режиме реального времени. Смотри, читай, анализируй.